Потребности, они могут быть такими. Смотрите, я очень чувственный человек и люблю кошек. После этого мне нравятся кошки, я их жалею. И у меня открытое сердце, я люблю всех кошек и так далее. Но божественная энергия, если так можно сказать, она начинает идентифицировать. А я другой человек, я не люблю кошек. Я не люблю кошек, они в моей жизни не появляются. Почему? Мне их не дают, я о них не думаю, они не появляются. Я за последние несколько лет ни одной кошки не видел. Почему? Я их не вижу, потому что я никак не отношусь к кошкам, у меня аллергия на кошек. Ну и тут сразу же вопрос. Но я люблю свою кошку, я люблю окружающих кошек, мне вообще нравятся кошки. Так вот, теперь я буду кошек находить везде, куда бы ни пошел. Это во всем, это так устроена эзотерика. Если я люблю деньги, если я там тянусь к этим деньгам, если мне вдохновляют деньги, я получаю от них удовольствие, они будут попадаться. А если от них страдаю, они будут исчезать. Если я обожаю кошек, у меня открываются двери и будет много кошек. Понимаете? Если я помогаю всем нищим, то нищие будут меня преследовать. И кто попало, будет постоянно хотеть занять у меня денег, чтобы сделать меня нищими. Почему? Чем больше я буду помогать вот таким людям, тем ближе я к ним буду становиться. Да. Становиться в их ряды. Почему? Потому что я ими восхищаюсь, я им отдаю часть своей жизни. А если я раздаю часть своей жизни, я могу оказаться в их кругах.